Hello. Сегодня мы с вами снова поговорим про продукты питания и про то, как мы будем составлять предложение в Present Simple. В прошлый раз мы с вами обсуждали вот такую табличку, чтобы сказать, что кто-то что-то любит или кто-то что-то не любит кушать. А нам сегодня также пригодится. Точнее, вот это вот ее часть. Когда мы будем говорить про he, про него, she, про нее, про it, про животное или какой-то неодушевленный предмет в английском языке. Итак, перед вами табличка. Тут у вас есть Сара, Джек, Джилл. И у них заполнена табличка, что они любят или не любят кушать. Ваша задача будет составить вот такой небольшой текстик, как про Сару. Допустим, Сара likes apples and chicken. She likes milk, but she doesn't like cheese. Обратите внимание, что к like мы постоянно добавляем s на конец. Здесь мы будем с вами использовать but во втором предложении. She likes milk. Она любит молоко. But. Но. She doesn't like cheese. Она не любит сыр. Составьте подобные предложения про Джека и Джилл. Можете поставить видео на паузу, выписать себе в тетрадь самостоятельно, и затем мы с вами проверим. Если вы уже закончили, давайте с вами проверять. Jack likes apples and milk. He likes cheese. But he doesn't like chicken. Проверьте, так ли у вас все. Добавили ли вы глагол like s на конце? Использовали ли вы but? Подставили ли вы правильно doesn't? Если у вас уверенно, давайте с вами проверим про Jill. She likes apples and cheese. She likes chicken, but she doesn't like milk. Также проверьте, добавили ли вы s к глаголу like. Использовали ли вы but и doesn't. Если все верно, молодцы, мы с вами можем идти дальше. Далее я бы хотела, чтобы вы начертили подобную табличку у себя в тетради. Вверху записали имена ваших родственников или друзей. Сбоку указали список продуктов, которые вы сами выберете. И также поставили галочки или крестики напротив того, что любит человек или что он не любит. И записали подобный текст, как про Сару, Джека и Джилл. Если вы уже справились, то можем с вами также идти дальше. Давайте с вами немножко отдохнем и споем песенку. Про что же она у нас будет? Давайте найдем повторяющиеся слова. Во-первых, это будет фраза I like в первом куплете и we like во втором куплете. Также повторяются слова, которые мы с вами уже изучали. Chicken, cheese, pizza, rice. И во втором куплете также. Также у нас есть такая смешная фраза. Hey, hip, hippity, pippity, pip. Это просто как такое веселое восклицание у пиратов. И давайте сами ее послушаем. I like chicken and I like cheese. I like pizza and rice. Very nice. I like chicken and I like cheese. I like pizza and chips. Hey! Hip! Hippity pippity pip! I like pizza and chips. We like chicken and we like cheese. We like pizza and rice. Very nice! We like chicken and we like cheese. We like pizza and chips. Hey! Hip! Hippity pippity pip! We like pizza and chips. Oh, yeah! Мы с вами отдохнули, теперь перейдем к правилу. Present Simple. Можете подписать его к себе в серединке вашей тетради. Present Simple. Это правило мы с вами частично уже взяли. В виде вот такой таблицы. Только вместо
привычного нам глагола мы использовали здесь like. В present simple, в правиле present simple, мы like заменим на такую буковку V, которая обозначает глагол в английском языке. От слова verb. Что же у нас будет за правило? Как всегда, с местоимениями I, you, they мы будем использовать глагол без изменения. С he, she, it мы будем добавлять глаголу s на конце. Когда мы будем говорить, что кто-то что-то не делает, I, you, they мы будем использовать do not, мы можем сократить до don't, и затем уже будем использовать глагол без изменения. С he, she, it мы будем использовать does not, либо doesn't, который мы можем сократить. И также за ним мы поставим глагол без изменения. Можете поставить видео на паузу и переписать себе эту таблицу. Если вы уже справились, давайте с вами потренируемся. Так, перед вами предложение. Предложение, где у вас есть на выбор два каких-либо глагола. Либо с S на конце, либо без S на конце. Ваша задача поставить видео на паузу и постараться выполнить это задание, используя ту таблицу, которую мы только что с вами записали. Если вы уже справились, давайте с вами проверим. Pretend Alleys ride their bikes every Saturday. Тут мы выбрали ride, потому что мы говорим про Bertie и Alice. Bertie и Alice – это компания людей, то есть они. Они в английском языке будут they. They мы используем с глаголом без изменения. We work in the park after school. Work, потому что здесь мы говорим про we. We также у нас используется с глаголом без изменения. My friend loves salad. Тут мы глагол love добавляем s, потому что my friend это либо he, либо she, либо он, либо она. He и she мы используем с глаголом, на конце которого мы добавляем s. You like swimming. Like, потому что you. You используем с глаголом без изменения. My dad plays football on Sunday. Plays, потому что my dad – это he. He мы используем с глаголом, которому наконец добавляем s. И на сегодня у нас все. Мы с вами потренировались снова говорить про еду, про предпочтения людей, потренировали новое время present simple. That's all for today. Thank you for your attention. Goodbye.